Оцепленный периметр, сотрудники милиции и спасатели. Наша съемочная группа оказалась на месте неприятной находки еще до саперов. Сообщение о происшествии поступило от взволнованных жителей авиагородка. Здесь, в нескольких десятках метров от детской площадки, во время работы экскаватора обнаружили снаряд. Лежал где-то полметра от земли, ну ниже. Копанул, достал и сразу положил, и все, и вызвал. Начальству доложил, и все. Владимир признался, это первая подобная находка в его профессиональной деятельности. Но разобрался сразу. Это снаряд времен Великой Отечественной войны. Чуть позже специалисты подтвердили, находка – авиабомба советского производства ФАП-50. Во время Великой Отечественной войны данные авиационные бомбы были использованы для поражения как техники противника, так и поражающими элементами для живой силы противника. Осколков до 1000 метров. Через несколько часов после обнаружения снаряд вывезли в безопасное место и утилизировали. Как пояснили саперы, за последние 3 месяца это уже третья подобная находка. Первую, ФАП-100, обнаружили в лесном массиве на пересечении улиц Гоголя и Гагарина. Еще одну ФАП-50 на полигоне в Бобруйском районе. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Андрей Богдан, Бобруйск 360.